Всем привет, друзья! Я Оля, это мой канал о вязании. Сегодня у нас итоговое финальное видео в проекте «Тайная коробочка» от Абель Нит. Вы видели всех участниц этого прекрасного проекта в нашей заставке. За заставку спасибо огромное Ане. Аня тоже участвует в нашем конкурсе, в нашем проекте. И сегодня как раз тот день, когда мы все представим вам готовые работы. Напомню, что в этом проекте Алена Абель рассылала нам тайные коробочки. Алена красит пряжу, у нее есть магазин с богатым ассортиментом. И Алена собрала коробочки случайным образом и разослала всем нам. У меня есть, скорее всего, под съем видео, где я показываю, какие пасмы мне пришли. Я сейчас возле меня здесь его вставлю, чтобы вы вспомнили, немножко такая напоминалочка, с чего все начиналось. А начиналось все именно месяц назад, когда я получила тайную коробочку от Алены, распаковала ее, показала вам, посоветовалась с вами, что же мне связать, потому что пряжа была разная, разноцветная. Там было две пасмы неокрашенной пряжи. Я даже думала, может быть, покрасить пряжу и что-то из этого связать. Вы мне очень много классных, интересных идей насоветовали. Это был жаккард на белом фоне, цветной пряжи, ручного окрашивания. Эти картинки вставали у меня перед глазами буквально. Я не знала, куда разорваться, за какой проект схватиться. Но уже в тот момент я вязала вот эти носочки. И когда я получила пряжу Алены, меня просто прорвало. Я поняла, что я хочу вязать носки и вышивать на них. Это уже не первый мой опыт. Я вязала носочки со снегирями, с вышитыми. Также я вязала носочки с кофейными зернами. И вот эта пряжа, она не участвует сейчас в конкурсе. Эти носочки не участвуют в конкурсе, но пряжа Алены и именно этот проект вдохновили меня на создание вот этих носочков. Это носочки с синичками. О них я подробнее рассказываю вот в этом видео. Можете пройти после просмотра этого видео, конечно, и посмотреть. Да, я не остановилась на этом, и сегодня именно в рамках этого конкурса, именно в рамках этого проекта я покажу вам еще одни носки с вышивкой, тоже из пряжи Алены. Их еще никто не видел, я практически нигде не показывала, может быть, там только совсем по секрету близким подружкам. Но сегодня увидите их вы тоже, и сегодня будет возможность также за них проголосовать. Давайте обо всем по порядку. Итак, я получила пряжу от Алены, я не знала, что мне вязать, меня прорвало на носки, с вышивкой у меня получилась куча идей возникла в голове. И, конечно же, в рамках этого проекта я тоже решила связать носки с вышивкой. За основу я взяла вот эту пряжу, это уже остаточек. У меня осталось 45 грамм, то есть 55 грамм у меня ушло на носочки, и я думаю, что у меня еще одни носочки с вышивкой из этой пряжи будут. 45 грамм. Вполне можно еще разбавить с чем-то, с какой-то другой пряжей, где-то пустить хеликс, где-то добавить пяточки-мысочки контрастным цветом, и получится еще одна пара замечательных носочков. Что же я придумала? Вообще у Алены в магазине заявлена эта пряжа с названием «Гиацинт». Действительно, эта пряжа очень похожа на гиацинт. Зеленые стебли, и гиацинты бывают разных цветов, но очень часто мы встречаем гиацинты именно такого сиреневого цвета. Мне же эта пряжа напомнила лаванду. Лаванда нужна нам всем. Лаванда успокаивает, лаванда помогает глубокому сну, советуют, да, какие-то подушечки с сушеной лавандой класть возле спального места. Лаванда защищает нас от вредителей, наших самых главных вредителей, от моли. Вот, поэтому я решила, что
просто супер использовать именно принт лаванды, именно в носочках и именно в этом проекте. Я, конечно, начала искать разные схемы, что бы я могла использовать. Я очень много с кем себе насохраняла, но ни одна из этих схем не подходила мне, ну, как по размеру, или по размеру, по ширине, или по высоте. Ничего мне подходящего не находилось, но одна из схем мне очень нравилась, я взяла ее за основу, и мне нужно было нарисовать. Я попросила мужа, у него немножко получше с художественными способностями. Он нарисовал мне на листке в клетку немножко такие веточки лаванды. Я нарисовала их в программе, и, посмотрев, я подумала, что лаванда какая-то у меня сильно куцая. В общем, что я сделала? Я взялась за карандаш сама и нарисовала так, как я себе это представляю, опираясь на вот тот мой референс, на ту картинку, которая мне понравилась в интернете. И в итоге я нарисовала по клеткам узор и вышила его на носочках. Давайте я не буду томить вас слишком долго, я покажу вам уже эти носочки. Итак, что же у меня получилось? А получились у меня вот такие лавандовые носочки. Я сейчас надену их на блокаторы, чтобы мы могли их рассмотреть получше. Вот так выглядят носочки на блокаторах. Я сделала также светлым цветом носочки. Мне кажется, такой освежающий эффект они придают носочкам. По всей окружности носочков из внутренней стороны и с внешней вышиты веточки лаванды. Я использовала участки этой же пряжи. Здесь как раз очень удобно. Примерно метр одного цвета можно оторвать и вышивать свободно этой нитью. Я вышивала зеленой и сиреневой. Очень мне нравится вышивать пряжи именно ручного окрашивания, потому что пряжа, она окрашена неравномерно. Где-то потемнее участок, где-то посветлее, и получается вот такой живой рисунок. Так же, как и в природе, у нас нет однотонного ничего. Все имеет какие-то оттенки, какие-то переливы цвета, какие-то тени. Точно так же вот такая живая картинка получается и при вышивке на вязаном полотне. Давайте посмотрим на фотографии и видео, которые мне удалось снять, а потом я расскажу вам дальнейшую историю этих носочков и непосредственно о конкурсе. Как я уже сказала, 55 грамм вот этой цветной пряжи у меня ушло на эти носочки и где-то порядка 20-25 однотонной пряжи. Имея вот такой наборчик, можно связать носочки. Мне кажется, они получились идеальными. Я вязала здесь пятку бумеранг с клином подъема. Тоже очень мне нравится эта техника. Последнее время я отрабатываю именно пятку бумеранг на разных-разных носочках. Здесь немножко по-другому связан клин подъема. И мне, честно говоря, вот на этих носочках пяточка нравится больше. Она более такая выраженная. И пятку бумеранг именно таким способом я нашла одно видео в интернете, а буквально через пару дней мне написала Ирина с канала «Вязаная сказка», которая рассказала мне, как она вяжет пятку бумеранг, и у Ирины есть обучающее видео. Вот под этим видео я оставляла ссылку на видео Ирины. Если вам интересно, можете перейти и посмотреть. Что же теперь касается конкурса. Носочки мои вы видели, надеюсь, они вам нравятся точно так же, как и мне. И у нас 7 готовых работ сегодня выходит. Мы примерно выпускаем видео со всеми участницами в одно время. Ну, я надеюсь, что 7 работ мы сегодня увидим.
Под видео также будет ссылка на плейлист, куда будут добавляться все выходящие видео, и вы можете просто запустить этот плейлист и посмотреть все видео одно за другим. Что же касается голосования. Если вы хотите проголосовать за мои носочки, то вы не можете голосовать под моим видео. Мы сделали это специально для того, чтобы уравнять шансы для работ более больших, популярных блогеров и более мелких, как я, например. Для того, чтобы каждая работа имела шанс на победу, мы сделали голосование таким образом. Вы можете проголосовать за мою работу, но под видео всех остальных участниц. Количество голосов не ограничено. Вы можете 10 комментариев написать под каждым видео за мою работу. Я буду очень рада, если моя работа в этом конкурсе победит. Я это не скрываю, я участвую в конкурсе, конечно, я хочу выиграть. Поэтому, если вы голосуете за меня, идите под видео к другим девчонкам и оставляйте свои комментарии именно за мою работу. Будьте внимательны, у нас есть две Даши, у нас есть две Оли, две Светы, поэтому пишите более конкретно или название работы, за которую вы голосуете, или за название канала. У меня, я Оля, мой псевдоним Магнолия на YouTube и в Инстаграме, или голосуйте за носочки с лавандой. Я думаю, что ни у кого носочков с лавандой не будет, но я могу, конечно, и ошибаться. У нас была одинаковая пряжа со Светланой из Финляндии. Кто знает, может быть, такая же идея возникла и у нее. Мы не слишком делились какими-то идеями, все-таки у нас здесь как-никак соревнования, но я знаю, что сегодня будут и плечевые изделия, и аксессуары, по-моему, даже не вязаные изделия будут, а выполненные в другой технике. Но опять же, это такой спойлер, я не видела еще ни одну готовую работу, я сама снимаю видео сегодня непосредственно 10 марта, и после выпуска этого видео скорее побегу смотреть видео других девчонок и голосовать за них, а вы голосуйте, пожалуйста, под моим видео за других участниц. Я надеюсь, что все понятно. Что касается конкурса и голосования, я буду подсчитывать ваши голоса под моим видео, так же, как и каждая участница под своим. Голосуйте за меня, я уже сказала, что я хочу выиграть, но это еще не все. Будьте активны в комментариях, и одна из зрительниц или один из зрителей, кто знает, получит также сюрприз от Алены. Что нужно, чтобы получить этот сюрприз? Нужно быть активным в комментариях под видео. Конечно, лайки, конечно, делитесь в соцсетях моим видео, может быть, кому-то еще понравятся мои носочки, и кто-то тоже проголосует за мою работу, я буду очень-очень рада. Также, что касается голосования, голосовать мы будем 3 дня, в субботу, ближе к вечеру, мы уже будем подсчитывать окончательно все голоса, суммировать их, голоса ваши в комментариях на всех каналах, и выявим именно победителя в этом конкурсе. И, скорее всего, в воскресенье уже на многих каналах вы увидите результаты этого конкурса. У Алены, скорее всего, видео с результатами выйдет в понедельник или во вторник, потому что Алена сейчас эти дни будет находиться на ярмарке, и ей будет немножко не до нас. Но мы голосуем 3 дня, запомните, не откладывайте надолго, не откладывайте в долгий ящик, пойдите и проголосуйте за понравившуюся вам работу. А теперь еще одна информация, я уже объявляла в своем предыдущем видео, что я объявляю набор на совместное вязание носочков с вышивкой, и таких мы свяжем такие носочки, которые вам только захочется связать. Совместник условно платный. Вы шлете мне донат в Telegram, донат стоит 2 евро. Вся информация будет под видео, ссылка на Telegram-канал, там тоже есть еще раз ссылки и вся информация. Либо вы покупаете пряжу в ближайшее время у Алены или у Аурики Медведевой. Магазин называется «Модное хобби».
или у Алены магазин Абельнит. Также все ссылки будут в инфобоксе. Но мне очень радостно сегодня сообщить, что девушки поддержали мою идею с совместником. То есть я планировала как? Что совместник условно платный, вы делаете донат, вступаете в группу по совместному вязанию, либо вы покупаете пряжу у девушек, подтверждаете мне свою покупку скриншотом или каким-то другим способом, и я вас запускаю в группу бесплатно. Но девушки пошли дальше, и Алена дарит для всех, кто будет участвовать в моем совместнике, скидку 12%. На сайте будет действовать скидка по промокоду «Лавендель». Сейчас пишу на экране, подпишу также в инфобоксе. Будьте внимательны, 12% скидки. И кроме скидки вы еще получаете мой совместник бесплатно. Аурика от себя предложила другую акцию. Если вы покупаете через Озон, то связывайтесь с ней лично, говорите, что вы покупаете пряжу для совместника, и она положит вам дополнительно 20-25 грамм неокрашенной пряжи именно для вывязывания вот этих участков, на которых непосредственно и вышивается узор. Если вы покупаете ВКонтакте Аурики пряжу, то пишите там комментарий, что вы покупаете для совместника, и также она вам положит этот подарок, вложит ваш заказ. Ну и, соответственно, вам нужно написать сообщение мне, чтобы я вас в проект запустила, именно в этот совместник, в эту группу. Я буду рассказывать полностью, как я вязала носки от начала и до конца. Я буду показывать, как я вышивала именно, ну, на примере вышивки с лавандой. Я покажу все приемы вышивки, которую я использую. Использую я вышивку по петлям. Я дам схемы, у меня есть подборка схем различных. У меня есть идеи, и у меня вот здесь лежит пряжа. Это часть тех идей, которые у меня есть. Я буду в этом году еще обязательно вязать носки с вышивкой вот из этой пряжи. Это все пряжа от Алены Абель. Я буду вязать носочки с лисичками и обязательно поделюсь с вами в группе схемой. Буду вязать носочки для Милы с единорогом, тоже схемы у меня уже сохраненные. И буду вязать носочки с гибискусом. С гибискусом будет это жаккард или вышивка, скорее всего вышивка, потому что я люблю эту технику больше, чем технику жаккарда, что касается носочков. Вот такие у меня идеи, такая замечательная пряжа. Для того, чтобы вступить в мой совместный проект бесплатно, не обязательно покупать пряжу этой расцветки. Вы можете купить пряжу любой расцветки у девушек ручного окрашивания и пустить свою фантазию, отпустить ее, скажем так, и придумать что-то свое. Может быть, я помогу вам с подбором схемы, может быть, смогу дать какой-то совет. В общем, я вас зову в мой совместник. Давайте окунемся в мир творчества. Знаете, когда я вышиваю на носочках какой-то узор, я чувствую себя немножко художником, художницей. Природа не одарила меня какими-то художественными навыками. Я не умею рисовать, лепить. Это все как бы мне не дано. Но я умею вязать и я умею вышивать на вязаном полотне. И мне очень это нравится. Меня это очень вдохновляет. Надеюсь, я вдохновила и вас тоже. Есть еще одна возможность связать носочки вместе со мной. У нас с Аурикой есть платная группа совместного вязания, A&O совместное вязание она называется, и у нас там в этой группе уже представлено более 10 мастер-классов и описаний на различные изделия. Это и плечевые изделия, и описания, и все материалы также по носочкам с вышивкой я планирую туда, в эту группу дублировать. Вся информация будет в
инфобоксе, как обычно, переходите в каталог нашей группы. У нас есть в Инстаграме и в Телеграме каталог, где представлены все-все-все изделия из нашей группы. Там же есть информация, как в группу вступить. Можно вступить в группу, совершив единовременный платеж, либо по абонентской плате с ежемесячной оплатой и с возможностью в любой момент из группы выйти. В общем, вся информация будет в инфобоксе, либо пишите мне напрямую в личные сообщения, и я вас ориентирую, как вам в эту группу вступить. А на этом я буду с вами прощаться. Это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Мне кажется, сегодня какой-то просто праздник красоты, праздник творчества, как будто снова 8 марта. Я себя ощущаю именно так. Спасибо огромное за то, что вы посмотрели это видео. Спасибо огромное Алене за такую замечательную пряжу. Спасибо огромное всем участницам этого проекта за то, что вы участвовали, за то, что вы разделили вместе со мной, вместе с другими участницами вот это самое мероприятие, очень вдохновляющее, очень интересное. Я думаю, что просто после просмотра видео всех участниц у меня появится еще больше вдохновения на что-то интересное, на что-то новое. Я желаю вам всего самого наилучшего, до скорых новых встреч, пока-пока. Лаванда нужна нам всем. Лаванда успокаивает, лаванда защищает нас от вредителей, которые... Раус.